Всем привет, дорогие друзья! Это канал 3DVR. Меня зовут Алексей, и сегодня у нас на обзоре игра, которая называется Sword Master VR, в которой мы в роли гладиатора попадаем в подземное царство и находимся на арене, где с помощью нашего меча мы сражаемся с монстрами в замкнутом пространстве на самой арене. Считайте, что это Колизей, где вокруг нас скелеты, и сражаемся с монстрами. Но если вы думаете, что это какая-то аркадная легкая игрушка, то не там-то было. Если первые 2-3 уровня могут посеять в вас мысль, то, что игра легкая, то нет, не там-то было, начиная с 3-4 уровня, когда противников становится несколько, в этой игре приходится очень много прыгать, двигаться, парировать удары и думать, куда ты бьешь противника, потому что противники действительно сложные. Во-первых, у них есть щиты, у нас щитов нет. Нас убивают с одного удара, а им надо выносить хп и наносить колкие удары, сильные удары рубящие, чтобы им нанести достаточно много урона. Плюс у некоторых из них большие щиты, длинные мечи. У некоторых из них есть заплатка в виде брони на груди, на боках, еще где бы то ни было. Их действительно уже становится трудно пробить в уязвимые места. Соответственно, у нас есть несколько уровней сложности. Во-первых, у нас есть тренировка. У нас есть нормальный уровень сложности, у нас есть эксперт, хардкор для тех, кто действительно любит посложнее. Мы сейчас отправимся на нормальный уровень, я уже прошел достаточно много уровней, у меня, по-моему, сейчас 6-й, всего уровней 10. И поверьте мне, это нифига не легкая тема, вы действительно потратите очень много времени, чтобы пройти их все. Ну и пропотеть очень сильно, потому что двигаться действительно нужно очень-очень много. А еще к тому же, по ходу движения у вас открываются новые режимы. А также есть несколько видов вооружения, но мой любимый меч — это катана. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую уже на уровне, ну а вы посмотрите, что эта игра из себя представляет. Поехали! Итак, выбираем нормальный уровень сложности, выбираем уровень, который нам предстоит с вами сегодня пройти, и вот передо мной, как у короля Артура, меч, который находится у нас в бетонной плите снизу, и наша задача их его вытащить, но мы можем предварительно выбрать какой-то меч. Вот у нас несколько на выбор, смотрите, их уже достаточно много. Есть катаны, сабли, кортики, ножи. Давайте возьмем сейчас не катану, как я обычно играл, а вот этот вот длинный меч. Мне кажется, этой шпагой мы сможем достаточно далеко разить наших противников. Итак, вот передо мной появляется первый противник. И второй. И вот что самое интересное. Они на вас наступают очень быстро. И двигаться здесь приходится очень много. Самое интересное, что чем сильнее я нанесу удар, тем больше я нанесу урона противнику. Также можно блокировать их удары, когда они на меня нападают. Также можно их отодвигать обратно выпадом резким. А также прокалывать их слабые и уязвимые места. А еще они очень сильно любят окружать, поэтому приходится очень много крутиться, понимая, с какой стороны на тебя нападают. Я напоминаю, то, что нас могут убить буквально с первого удара. Так, я быстренько прокалю вот этого и вот этого снизу. Благо, этих можно колоть. У них не так много брони, и они не такие огромные. Так, сейчас я вот этого закалю. Так, есть контакт, а вот этого в брюхо сейчас. Ну давай, иди ко мне, друг. Давайте щит открою. Ха, ты думал меня так легко победить? Ух ты, появился еще один. Вот это проблема. Вот это проблема для меня. Вот этот огромный дядька вообще очень трудно убивается. Но у него нет нагрудной брони, поэтому если попасть ему под щит, то его можно колоть. Но у него много хп, и поэтому приходится очень часто и много его бить, чтобы поразить. Так, самое интересное, что второй джойстик мне вообще ни зачем не нужен. Но пускай будет хотя бы для веса. Видите, насколько это трудно? В этом уровне я на самом деле... Воу-воу-воу-воу! Какой сильный рубящий удар. Я почти не прокалываю его. Давайте сильно его кольнем. Я знаю, что если их разить в сердце, они очень быстро умирают. Самое важное, что я могу делать, это действительно своими выпадами отражать их назад. Игрушка действительно очень утомительная. Так, тихо-тихо-тихо, отойди от меня. Я же говорю, нас очень легко убить. Наша голова — это единственное место, куда они, по сути, нас могут убить. Потому что на мне сейчас одета кольчуга. Так, этого я мощно кольнул, этого убил. Тихо-тихо, друг. Ты сейчас нарвешься на мою шпагу и погибнешь смертью храбрых. Ох, как я устал уже, вы не представляете. Это только третий противник, а у меня еще нужно убить как минимум 7. Парируем. Давай. Нате. В грудь и по ногам. Все. Минус еще один противник. А у нас тем временем еще 6. Представляете, насколько это трудно? Так, еще один появился, еще второй. 2
Но у этих нету брони, вот у этого, по крайней мере. Надо как можно быстрее с ним разобраться, отлично. Так, мне провод мой мешает, но я его переступаю. Я уже научился в этой игре контролировать свое положение в игре и в реальном мире. Так, пока второй не появился, надо почаще оборачиваться. Если вы будете играть в наушниках, вы будете знать, где появляется противник. А в моем случае мне приходится без наушников просто чаще оборачиваться и уничтожать моего потенциального противника. А еще советую одевать чехол на ваши джойстики, чтобы не разбить их. Так, ну этого я уже нормально прокалываю. И благо у меня длинная шпага, я могу на расстоянии его колоть. Надо не забывать блокировать удары и бить его по коленкам. Потому что у него уже на боках тоже стальные пластины. И здесь я его в сердце почти что не могу проколоть. Хотелось бы, конечно, это делать. А, я могу сверху ему в шею кольнуть. Но для этого надо постараться. Вот, например, как сейчас. Пока никто больше не появился, я могу правомерно, законно убивать своего противника на своей арене. Вы представляете, я играю 5 минут, а я уже устал. Все, я укольнул ловко в сердце, сам того не понял. Так, сейчас, видимо, появится еще двое, да? У нас четверо противников, вот еще один. Ага, еще что? Где сейчас появится твой напарник? Ты не можешь появиться один. О-о-о-о, ты меня зацепил. Так, он меня разводит. Я знаю, что ты меня разводишь, ты не можешь... Так, а я эти парочку колящих ударов. Я даже не знаю, кто это. Какой-то... Лица не видно. Наверное, какой-то орк. Ну еще, давай, финальный. Все. Так, надо быстрее, пока никто не появился. Ну. Ну, давай, умри уже. Отлично. Ну и последние два. Давайте, появляйтесь. Где вы, бойцы? Я уже немножко подустал. Ну, появляйся. Раз, вижу. Воу-воу-воу, это что за ниндзя? Воу-воу-воу-воу-воу. Так, у них брони до чертиков. Отойди от меня. Так. А как мне с тобой сражаться-то? Надо наносить им урон, тем самым сбивая каст их ударов. Куда ж тебя кольнуть-то? О, нашел слабое место. Ага. Ага, а еще что? Не пройдешь. Не пройдешь, я сказал. Вот этого надо добить. У него осталось совсем немножко. На. Ушли. Ушел, я сказал. Ух ты, бес. На. Да умеряй уже. Фу. Ну, давай. Не в этой жизни. Все, минус один. Теперь этого контролируем. Фу. Ох, как я устал. На. Ну, давай. Вы не представляете, насколько это трудное занятие. У меня уже руки не машут. А мне еще надо нанести ему, ну, решающий удар. И еще один. И еще один. Фу. Это было просто пипец. Как трудно. Ну, давай, объяви меня победителем. Ну, Вайс, медаль получена. Открыт режим дуэли. Какая радость. Вот мы в лобби. И сейчас, только что пройдя этот уровень, я открыл нам новый. А это только 6 из 10, между прочим. В общем, мое мнение, дорогие друзья. Ох, вы не представляете, насколько это трудно. Игра стоит недорого. Я, честно говоря, цену не помню. Но что-то в районе 400 рублей в Steam. Точно вы можете посмотреть сами. Зайдите в библиотеку Steam, наберите Swordmaster VR. И покупайте эту игру, потому что она и вас вымотает до чертиков. Вы реально ощутите, что такое VR. Особенно, если играете в наушниках. Побегаете. Мне игра очень нравится. Обязательно я в свободное время дойду до конца. Еще пройду на эксперте, попробую survival режим, который я уже открыл. И какой-то новый режим дуэлей. Кстати, я думал, что меча всего 3. Изначально так было. Но пока я играл предыдущие уровни, у меня открывались другие. И как вы можете видеть сейчас, у меня их уже 6. Пройдя все уровни, я открою себе еще множество разнообразных мечей. Ну а с вами был Алексей. Это, канал 3DV. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии ниже, ставьте большие пальцы, если вам понравилось это видео. Ну а я пошел попью водички и отдохну. Пока.